Медицина лечит человека, а ветеринария лечит человечество. Хочется это слова великого академика, биолога Скрябина. И Казахстан в 2024 году, 10 июля, отмечает День ветеринарного работника. Ахмолинская областная территориальная инспекция ветеринарного контроля и надзора сформировалась в 2012 году. В настоящее время в штате 110 человек, 19 подразделений в Ахмолинской области. Функция ветеринарной инспекции – это контроль и надзорная функция. Инспекция отвечает за экспорт, за импорт, за биологическую и пищевую безопасность по Ахмолинской области. Ну, профессия ветеринария очень такая сложная профессия. Случайных людей в этой профессии не бывает. Это люди, которые имеют сострадание, любовь к животным. В настоящее время у нас есть выдающие люди Ахмолинской области, которые принесли большой вклад в ветеринарию. Это Сулейменов Серик Ермашевич, Бискенов Нурмаш Нурмальдинович, Абдрашев Сатубай Дулатович, Абдрахманов Манатай Ткужинович, Жунусов Талгат Токпаевич. Это такие специалисты, которые внесли большой вклад в ветеринарию в области. Ветеринарная профессия очень в настоящее время развивается в республике. Подняли заработную плату. Молодежи всегда открыта дверь для работы ветеринарных специалистов по области.